Марина, Ребята, кто мы сейчас кем занимаемся? Сюда подходите, вас кем сюда подойдите, пожалуйста, кем мы делали виски. Сюда подойдите. Раз. Руслан, сюда. Сюда. Молодцы. Раз, два, три. Девчата, ты пока растянешь, пойди сюда. 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 Задачи, смотри. Задачи. Два человека. Один будет здесь, другой здесь. Задача – это висеть, кто дольше. Поехали. Кто первый, второй? Стоп. Давай, первый сюда. Двигайся, второй сюда. Смотрим внимательно, считаем за счет. Они считают сами, не обманывают. Как можно четче. Разрешается менять руки, разрешается туда, под глаза. То есть задача – не упасть. Да, так можно. На свет, вот так нельзя держаться. Да. Начать выполнение упражнений. Поехали. Вот, смотри, сами считаем. Мы смотрим, ждем. Так, первый упал. Еще 9 секунд. Поехали. Стоп. Раз. Надо. Два. Как ты хочешь. Как? Там на деревянке зачем? Держи. Ты не должен как сочетать. Еще раз, поехали, следующий. Стой, давай. Теперь ты начинаешь бежать, я вот так вот. Вот это он такой. Ты должен крепко держать руки, не спиной, мозг, Держи. Ты же на качелях. Делаешь хорошо. Да. Кто еще? Давайте я буду, да? Кто с кем начинает? Здесь то же самое должно делать. Держи. Давай, последний, я ухожу.
Да, да, кто на акробатику? Вот пока, пока парни здесь, пока инспектора здесь, кто в паузе. Нет, у нас Лёва, Левон, Гурам еще ходит. Так, что такое? Да. Построить. Тогда все построились. Нет, нет, мы сейчас это. Мы сейчас продолжим, все. Построились, пожалуйста. Сейчас мы сейчас сделаем, конечно. Вот здесь построитесь, пожалуйста. Спиной к окну. Чуть-чуть сюда. Спиной к окну, да? Построились. Построились. Сейчас по одному, кто хочет, ну что, это идею? Построились. Построились, да. Надо считать, сколько у вас осталось. Я поделаю. Да нет. Какие они этот? Что вы сейчас делаете? Вы вникаете с руками, с проворотом. Это когда ногами там присишь и соскоп. Кумпа? Короче, я точно знаю, как название, но более у кого не получилось, есть что делать. Тогда сейчас как бы прикрыли акробатические. То есть что делать? Артем пока здесь, Артем Светлав здесь, я пока здесь. Без страховки, как по-простому. То есть первое, да, смотрим. Я повис. Второе. Я поднял ножки, зафиксировался. Третье. Я поднял коленки, повис. И четвертое. Я стараюсь, можно с раскачки, можно раскачаться, а можно по-простому. И... Ребята, это кто не умеет? Те, кто умеет, вы идемте ко мне. Те, кто не умеет, садитесь сюда. Кто не умеет сюда, кто умеет сюда. Нет, ну то, что вам сейчас Сергей Геннадьевич показал, это упражнение, которое помогает. Нет, стоп. То, что ты показал, это да, это упражнение подводящее. Поэтому те, кто не умеет, давайте здесь. Те, кто... Ребят, те, кто будут это упражнение делать, сюда вставайте. Сюда мы делаем. Прям, сюда. Так, два сюда. Это просто соскок. Мы сейчас делаем соскок, подводящие упражнения. Кто вот это упражнение умеет, или крупат умеет, значит сюда. Все, пока. А где вы не умеете, ты не умеешь это делать, тебе сюда. Сейчас мы сделаем, правильно, не переживайте. А мы учить сейчас. Не переживайте. Что смерть? Да. Ты потом дышишь, Не бойся.
контролирую, не бойся. Вниз, вниз, вниз и туда. Ну, можно скидывай ноги, не бойся. Братан, скидывай 8. И раз. Я сейчас сам его съел. Вот, если кто-то.
Я посмотрю. Чего уж один?
Раз. Два. Стоп. Ручки я. Раз. Два. И какую-нибудь условно. Сделать. Задача просто пока удержаться. Скользковато, но это рядом под строком. Просто задача удержаться. Давай, давай. Готово? Так, сюда, сюда, сюда. Так, ты еще не пробовал. Совсем не делал. Скатываешься, попрыгни. Когда переглазин будет... Нет. Смотри, если я работаю. Тебе надо сюда упасть. Попробуй, как получается. Раз, раз, два, три. Ножки тяни вверх сразу, ножки вверх, вверх, вверх. Давай, давай. Нет. Тяжело? Конечно, мышцы напрягаются. Там и судороги, и все, что можно. Высоко не держись. Это же больше падает. Падает раз, раз, ножки вниз, вниз, да. Аккуратненько, 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 без подтягивания. Протягивай, скользи. И одной рукой, смотри, под стол ставь. По полу. Все, держись. Смотри, как высоко. Держись. Ножки, ножки, летели на камеру, протяни, затянись. Держись. Я просто стойку бы сделал. Давай. То мне здесь совсем получится. Потом условно, я держусь правой рукой. Я же ногами ногами. И спокойненько. И какой-нибудь аккуратненько наделаешь здесь. И что подстрахуй, не переживай. Сегодня у Дениса Александровича, наверное, очень сильно горело лицо. Возможно. Уши, лицо, потому что как его только не называли. Почему? На 18.00 он полностью закрывает доступ к курсу. И все, кто не успел, кто не успел. Он выложил задачу, такое ощущение, что как будто за весь первый учебник. Не за семестр. Английский? Да, а за весь год. Два задания. В каждом задании по 6 заданий. По 6 заданий в каждом задании, того 12. На полку. Отпустишь, понял? Все, стой, держи ножки прямо. Написать эссе на тему будущих профессий. На счет 3, раз. И загрузить его в антиплагиат. Опа! Загрузить его в антиплагиат, проверить на оригинальность и отправить ему на работу. Я сегодня с его братом разговариваю. Ну я понял. Блин, закройте, пожалуйста, дверь. Закрой дверь. И скажи, кто будет входить, кто будет на программу. Я не супермастер показываю. Нет, кажется, что это да. А когда поступают девчата или ребята, да, на 6 лет там. Как я понял, по поводу, а ты куда по поводу того, что этот Данила скинул, да? Да, 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 да. Про не... Там Денис выложил перечень документов. Который... А, спросил, да, Георгий Александрович? Так, не надо пробовать руками в таком паттерн, в таком паттерн, в таком разных пробовать вариантов. Но по идее я ногами физически сюда его засуну, если там будет рука. Не получится, а вот здесь у меня хорошо получится. Все, продолжай, поехали. Я просто как бы это... У вас базовый курс английского сейчас будет? Школьного касается? Да это вообще как бы... Натянулось. Вот это, нет, надо было другую руку. Вот это. Да, 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 ниже. Коснулось, ножки выше, ножки прямо. Все, ножки держи. Здесь подать можно сохранить. Попробуй, вот это у вас падает, не нажми бойся. И теперь вот сюда раз подвинь, раз, да. Получается, даже это выйдет, ты можешь, знаете, как... Как не весь, стоит, как колесо.
Ты что, дуй, мы делаем? А ты ходишь того, сюда да. и не закрываешь. Пойдем так. Вначале надо подготовиться. Опускайся только. У тебя вот здесь будет тебя перекладить, ты делаешь. Хорошо, интересно. Спину укрепляйте, хорошо, хорошо, ноги. Раз. Готовы тоже, два, по разные варианты. А вот ты не делаешь. Девчата важнее подстраховка, ты не видишь. Ты еще выживешь, если что. Да, ножка сама смотри, если у тебя рука будет здесь. Пойдем. Давай, давай. Я уже хотел руку потом. И вот, я, во-первых, подстраховываю. Всем хватит, ребята, 50 килограмм, 40 килограмм. Это страшно. Вот эта рука, которая внизу, потом можно, да, ее, или мы все равно вниз ее делаем, удобнее, чем вот эту руку вниз. А эта ручка у меня придет вниз сюда. По одному разу? Да, да. А когда будешь опускаться, ты вот этот хват разжимается, вот эти кончики сверху. Поехали. И... Я верю, мне тоже соскальзывает. Поехали. Зацепись. Ну, пока я ожидаю, пока я сделаю. Так, что сидим? Кого ждем? А? Что сидим? Петр, Петр. А пригрузи брату, пожалуйста, может, отжиманиями как-нибудь веселыми. Веселыми отжиманиями? Веселыми, ну, хотя бы под контроль, да. То есть вариант, смотрите, например, можно даже пониже опуститься. Еще можно. Тогда можешь пойти сюда. Ручки здесь. Ну, это заминка. Что включаете? Понял? Что включаете заминку? Это как разминка, только противоположная. Правильно? Вот и делаем разминку. Мы стываем. Спина. Стывай, потихонечку. Жизнь как раз затянем. А именно сухожилия помогают. Будете? А куда деваться? Маша, подцепилась? Лиса, держись. Ручка, Лиса. Ручка, не спокойно. Спокойно держишься. Ножки натяжение, натяжение сделай. Спокойно. Теперь ножки шпагат. Так, ребят, Шпагат. Петр, я ухожу от тебя. А вот тебя просить, ребят, за ним. Давай, допомнимся. Раз. С удовольствием. Практически, да. До полдевятого. Следующий. Так, тогда туда, куда. Задание. А потом вы что угодно можете там делать. Сергей Геннадьевич. Да. Заминку быстренько, 5 минут. И они еще будут. Все, встроились. Сейчас закончим. Построились. Да. А ты что так схуднул? Так, ты... Пожалуйста, к стенке. А? Пожалуйста, к стенке. Артем, а ты что так схуднул? Работа. Труды, работа, борьба, зима, выздоровление. Столько ел. Гимнастика, гимнастика. Она как слышит. А что, тоже, тогда идите. Я вот здесь сможете сами сделать? Только не с высоты, а вот с этой. Поэтому. Подойди. Штырь. Вот с этого уровня просто нужно поднимите и подтягивайтесь. Парни. Сейчас сделаю, сейчас заминку сделаю. Что такое заминочка? Что мне напомнило? Заминочка это там только в конце. Это разминка только в конце, да. Это как бы это остывание и отдых, да? Остывание и отдых. Нам сейчас на улице же холодно, мороз. Нам надо остыть. А я не спотел. Как? Я спотел. Нет, надо все равно, остыть, успокоиться. Успокоить психику. Поэтому для заминки мы возьмем упражнение как мостик. Как мостик на заминочку. Для этого стоите вот из стеночки, парни, тихо-тихо, вот из стеночки спиной стоите. Пожалуйста, поверьте, стеночки. Сделайте шаг от стены. Шаг от стены сделайте. И шаг большой. Ребят, Руслан, брат. Минуточку внимания. Ребята, вот смотрите, как у вас сейчас вдруг будет делать ремонт. Все, внимание, посмотрите. Раз. Два. Давай, Данила. Три. Оп! Все, стоп, спокойно, сделал молодец. Кого это Владислав будет, если звать, подойдете, пока от стены. Нет, все, замин. От стены шаг сделали. От стены шаг сделали. Нет, небольшой, маленький шаг. И теперь надо тыльной стороной ладони коснуться вот так стеночки. Тыльной стороной ладошки. Тыльной, вот этой части. Да, вот этой части. Да, да. Подальше, отошли, держимся. Так, нет, ты, Дима, тыльной стороной ладошки. Тыльной, да. Держимся.
Все хорошо. Она вот этой стороной, тыльной. Вот этой стороной. Вот так. Вот так. Сейчас, секундочку. Сейчас я покажу, парни, на меня посмотрите, пожалуйста. Секундочку, Дим, подвиньтесь. На меня посмотрите, пожалуйста, вот так. Тыльной стороной, пальчики вверх смотрят. Коснулись. Руслан, тыльной стороной ладошкой. Тыльной, да, пальчики вверх. Все, держим, спокойненько. Могу вам рассказать одну из историй, интересных, связанных именно с этим положением. Особо хулиганистых ребят, чтобы они успокаивались, так ставят к стеночке, так ставят ладошки, они стоят, ждут, пока их всех пересчитают по порядку. Сделали. Держим, молодцы, держим. Только надо голову вверх смотреть. И потихонечку отходим назад, потихонечку от стены. Данила, держим, не торопимся, парни, держим. Идем, конечно, пока держите, да. Я смотрю, что за баланс придет. Ребят, тыльной стороной ладони. Пор лежа принять. Сейчас, понаблюдайте за всеми, просто чтобы они прямо стоят. Пор лежа принять, стоите прямо. Все принять, пор лежа. Сказали. С пола поднимите попы свои там. Колени, а что я не понял? Там, стоит, а? Первое, что они так должны сделать, типа подтянуть себя. Попу вниз. Попу вниз. Не да, ровно, что у вас там бывает. Сколько лет? Мне три раза сколько тебе лет? Вся задача будет нашего конкурса. Это проходочку мы сделаем. Что значит бесплатные занятия? Ты упор тоже прими. Что значит бесплатные занятия? Халявные? А что значит халява? Халява это бесплатно. А бесплатные это платные. Как вам интересно все? Занятия будут безуплатные. Не халявные, а безуплатные. Если вы заслужите, и Артем Станиславович одобрит раз в месяц кому-то, или раз в неделю кому-то, если Артем Станиславович одобрит. А пока он смотрит, то вы халатно относитесь к этому. Задача, смотрите. Задача. Мы делаем такую проходочку интересную. Сбалансированную. Покажи еще раз. Балансируем. Да, равновесие, баланс. Что надо сделать? Я сейчас вот, покажу, что надо сделать. Просто вот той ногой. Сначала спить. Надо вот так. Так спуститься. Можно и так. Удержать баланс. Тихо. Держим. Сейчас, конечно, все по очереди будем делать. А ты начни меня. Это что? Надо вот так. О, да, надо вот так привязать баланс. Первый оттуда. Это пошел. Первый гербор. Пошел про бревну. Стоп, тихо. Парковочку давай. Пошел по бревну. Встал на этой ногой, который держит баланс. Держись, я помогу всем, держу баланс. Ну, еще раз какой-то цеплял. Точнее, подпрыгнуть. Держи баланс. Смотрим, как выполняет каждый. По чуть-чуть. Ручка стоите пока, на ручках стоите. Просто вам надо... Держи. Держи спинку прямо. Держи. Прыгай. Сам. Спрыгни в следующий. Пробуй, вы старый, вот секунду выдержал. Ты ей дал. Молодец, одна секунда. Давай. Держи. Это трудно, вам думается, ребят, знаете, как трудно? Например, все, принял упор, Леша. Куда? Спокойно, подошел. Встал. Равновесие, баланс. Баланс. Ножки пошли. Баланс. А, ну все, надо сделать разножку. Ты пытаешься просто с одного боку. Я не буду больше пытаться. Чтобы она вырвалась. У него же не получается баланс. Оп, подожди, я с тобой еще раз покажу. Держи, сам. Сюда, Это происходит. Следующий. Все, давай. Поехали.